Сушильная машинка не начинает сушку. В большинстве случаев это всегда одна и та же проблема. Очень простая. Это если у вас не показывается никакой ошибки, вы положили белье, закинули белье в сушку, нажимаете старт, ничего не происходит. Друзья, в 95% случаев, кроме платы, это проблема с дверью. Она не видит закрытую дверь. То есть вы нажимаете старт, она пикает, но ничего не происходит. Ищите проблему двери. Контактор двери. Иногда их два. Чаще всего один. Либо отдельная такая кнопочка, которая отдельно работает, иногда от нее отлетают провода. Либо это сам выключатель. То есть когда пимпочка, замок, естественно, входит, выступающая такая железная часть, входит в сам замок. Иногда там контакты. Иногда два раза. Отдельно switch, выключатель где-нибудь вверху, такая палочка торчащая, обычно пластмассовая, и та железная часть, которая стоит, торчит из люка и входит в ваш замок. Какая-то из них до конца не соприкасается с чем-то замком, не закрывается, машинка не видит закрытую дверь, и ваша сушильная машинка не начинает сушку. Естественно, она не показывает никакую ошибку, потому что просто не закрыта дверь.